Так, вот китайский фонарик, который я заказывал, который есть в плейлисте обзоры посылок, распаковки, посмотрите. Хороший очень фонарик. Значит, здесь LED, рассеянный свет дневной. Здесь направленный фонарик. Значит, на резинке удобно все. Ну, если бы не одно но. Он отработал ровно неделю, у него батарейка полностью в ноль села. То есть, заряжаешь его. Значит, это... И он буквально через 10-15 минут садится полностью. Значит, выход я какой нашел? Ну, здесь вот переключаешь режимы. Выход я какой нашел? Значит, я подключаю пауэрбанк. Так примотал его на резинку. И, соответственно, сюда. Сверху вот здесь можно переключить, нажать. Не очень удобно, но, в принципе, как бы получается. Вот такой выход. Тогда он светит долго, по пол, по часу. То есть, пока на пауэрбанк хватает, столько он светит. Фонарик хороший, фонарик. Он вот здесь переставляется, у него градус. Вот. Переставляется градус туда-сюда. То есть, светит хорошо. Ну, достаточно света для какой-то работы. Ну, единственный минус, это батарейка, ну, убитая в хлам. Я его разбирал, и там как бы очень все плотно. То есть батарея. Вот здесь магнит, кстати. Вот здесь магнит, то есть можно его прикрепить куда-нибудь. И он будет висеть и показывать, ну, светить. Фонарик, наверное, неплохой, а вот китайцы с батарейками, конечно, лоханули. Ну, что теперь? 200-400 рублей за него отдавал, не помню уже, честно говоря. Но факт в том, что не радует то, что батарейка, конечно, дохла пришла. Не ожидал я такого поворота. Ну, ничего, закажу потом в Китае батарейку, припаяю. И думаю, пока выходить буду из выхода, ну, с положения вот таким вот способом. Ну так оно как бы вот так вот. В общем, фонарик достойный, но сразу говорю, что батарейка, скорее всего, придет дохлая. Так что смотрите, вам решать. А так неплохой, не, подобный фонарик, чуть больше, там этот, по 1000-1500. Не, вот этот, по-моему, 400 рублей стоил. И достаточно его абсолютно на все случаи жизни. Ну, единственное, вот я с помощью его ремонтирую автомобиль, что единственная батарейка сдохла, пришла, вот приходится так вот выходить с положения. Ну, особых таких вот неудобств это как бы не приносит. Ну, имейте в виду. Так-то фонарик сделан качественно. Свет такой нормальный, достаточно хороший. Ну, так как для такого фонарика, сами понимаете, да? Это 1-2-3 максимум. Все, все, что хотел сказать, в принципе, по этому фонарику. Все, всем пока, смотрите, что будет дальше, подписывайтесь. Peace.